Открытие сезона 2022 в белорусском футболе состоялось в минувшие выходные. Мы пока не можем до конца понимать, каков вообще будет футбольный международный календарь. Это касается Еврокубков и матчей национальных команд. Но Суперкубок вернул нас в спортивную плоскость, где встретились наши ведущие на сегодня команды Батэ и Шахтер. И тренеры, которые только в этом межсезоне клубы возглавили. Александр Якубовский по традиции в рамках своего материала поднимает сразу несколько важных футбольных тем. Достаточно комфортная погода, близкая к нулю. К таким условиям на старте сезона наши футболисты уже привыкли. Да и болельщики. Уютная атмосфера на столичном «Динамо Юни». С трибун за игрой номер один наблюдало более 2500 фанатов. Кто-то из них захватил с собой плед. Устроиться можно было на сиденьях на свой вкус. Холодно вам вроде? Сейчас очень холодно. Уже я после игры остыл, да, адреналин ушел, поэтому холодно, да. Но во время игры не чувствовался холод, погода была замечательной. 22-летний защитник Данила Нечаев за главную команду «Батэ» дебютировал в прошлом году и как раз в матче за Суперкубок. Тогда желто-синие, помним, «Шахтеру» уступили по пенальти. Сейчас же парень пополнил свою копилку второй наградой. Есть еще за победу в Кубке. Мы должны были начать сезон уверенно. В принципе, что могу сказать по игре, игра нам у нас получалась, разобрали хорошо соперника, выполняли все тренерские установки, поэтому я думаю, это заслуженная победа. Могу сказать одно, то что это реально незабываемые эмоции. Очень приятно начать сезон с победы. Да, в «Батэ» ушло много ребят, но все равно есть молодежь, и тем более многие ребят с дубля, поэтому как бы все свои. Вот, и остались же хорошие легионеры, поэтому тут нельзя говорить, кто явный фаворит, кто нет. К новому главкому борисовчан многие относились скептически, ведь до этого он работал лишь с дублем команды. Но теперь свою профпригодность Александр Михайлов доказал на деле. Первый трофей на взрослом уровне уже есть. Пока без эмоций. Все эмоции отдал в игре. Вот. Поэтому просто рад, что ребята так сражались на поле. Для меня это важнее, чем то, что это мой первый титул. Ребята, когда так выкладываются и настолько полно выполняют установку, ну, победа придет. И она пришла, и мы довольны, мы рады. Даже вот этот же кубок уже, это новый экземпляр, который еще не был в стенах нашего клуба. Поэтому приятно получить его. И, ну, давно мы как-то не начинали сезон с победы в этом турнире. Хотя участвовали зачастую, но как-то не удавалось. И где-то, наверное, это вселяло какой-то нерв, как бы, и неуверенность, может быть. Вот он, золотой удар в исполнении Милича после великолепной передачи от Громыка в компенсированное время. А ведь команды уже морально готовились к очередной серии пенальти. Все считали, видимо, что все шло к серии пенальти. Уже и диктор объявил, что по окончанию матча, если будет ничейный счет, будет серия пенальти. Но так получилось, чтобы ты забил, убежал и забил. Если честно, я уже тоже думал, сейчас повторится прошлый год, но мы не опустили руки и довели дело до конца. Вернуть паритет все же мог Иванович, но серб, вышедший на замену в концовке, сильно разочарует Ивана Биончика в этом эпизоде. Главком из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны, делал пометки, и удивительно, что и после финального свистка его карандаш остался цел. Железные нервы. Надо достойно принимать тот результат, который есть. Сегодня «Батэ» был сильнее, он заслуженно одержал эту победу, поэтому поздравляем «Батэ», и, ну, нам надо сделать правильные выводы и готовиться, работать дальше. Уже скоро чемпионат, и надо так играть в чемпионате нельзя будет. Видимо, все-таки «Батэ» лучше подошел к этой отдельно взятой игре. К слову, «Батэ» свою подготовку к игре вел именно на этом газоне «Динамо Юни». Пока «Шахтер» находился на сборе в Калининграде, борисовчане осваивались здесь. Вначале, когда мы сюда приехали тренироваться, было тяжеловато, потому что надо к этому полю привыкнуть. Вот. Тут качество газона не самое лучшее, но я думаю, что это немного и помогло. У нас были сборы, но в Беларуси, и мы тренировались здесь. Поэтому тот газон для нас
знаком, но мы выиграли не из-за газона, мы выиграли из-за того, что ребята отдавались полностью игре. Были, не были сборы, пока это сезон. Это вправе, еще раз повторяю, каждой команде решать, ехать на сборы, не ехать. Поэтому и то, что здесь, у нас условия многие созданы хорошие. У нас есть манежи в каждом областном центре. У нас хорошие поля, вот как взять этот стадион «Динамо Юни». И мы в этом году еще должны дополнительно построить 10 вот таких больших полей в регионах. Ну, это реально сделать. Это реально, если не будет никаких препонов. Сезон обещает быть насыщенным, подчеркивает руководитель белорусского футбола. От Еврокубков белорусские клубы не отстраняли. В том числе и сборная будет играть в Лиге наций. Но домашние встречи на нейтральных полях и без болельщиков. Уже в конце марта «Белые крылы» полетят в Бахрейн, где встретятся в товарищеских матчах с местной командой и Индией. Мы живем в той обстановке, которая есть. И, в принципе, мы, в общем-то, нас УЕФА пока поддержал. И получается, что нам дали право играть и сборными, и клубом на Еврокубках. Но они должны будут играть, да, на нейтральном поле. По Бахрейну пока все тоже хорошо, мы едем. Все пока остается в силе, да. Очевидно, что Батэ в этом году попытается вернуть футбольную столицу в Борисов. Сейчас же клуб Александра Михайлова переключается на кубок. Уже 9 числа первый четвертьфинальный матч с «Торпедо БелАЗ», ответный 13-го. А на следующей неделе и старт чемпионата. С 18 по 20 число пройдет первый тур.